Снова все welcome, снова я. Ну вот я спустился пониже, здесь вот видно, как прибой идет, волны и все такое, все красиво. А там вот идет регата большая, то есть там, видимо, ну, у них соревнования, и там рыболовецкие суда еще ходят. Очень много. Вот. Смотри, там волна идет. Да. Вот, и очень много там достаточно плавает этих. Здесь неплохо так, да. Тихо, спокойно здесь, хорошо. Вот. Можете даже искупаться, если у вас есть возможности плавки с собой. Это вот кораллы. Ну, уже правда срезанные все. О, это вот прилив пошел. Отлив пошел. А это вам не речка какая-то. Тут приходит, так приходит. Мощно сразу. Во-во-во-во, волна идет, смотри. Убегай! Это еще штиль. В океане это штиль. Так что это все нормально. Что там? О, как глубоко. Ну да, там какая-то арматура и рыбки плавают. Видишь, вода чистая даже там, где металл. На самом деле, вот в океане или где-то в море рыбы, они более так это, не боятся людей. Они плавают где-то вот, где угодно, то есть близко к людям достаточно плавают, то есть и на маленьких глубинах. И поэтому как бы, ну, им пофигу вообще. То есть, а вот где-нибудь в реке там, да, вы с трудом сможете разглядеть рыбу где-то вблизи, так, чтобы она и вас не испугалась. Вот такой вот вид снизу, здесь достаточно красиво, интересно. Камни такие, скалы. Как раз сторона, вот, сторона океана, вот. Вот эти все скалы, это со стороны океана. Я думаю, здесь в шторм, здесь волны доходят до... Ну, прилично. До моста точно доходят. Метров 12 где-то волны в среднем на океане. Что там? Плавает, что ли, что? А! Кто это? Рак? А, рыба. Вода чистая. Да, вода чистая очень. То есть, вообще кристально чистая. Да, такой вот. Считай, как на роднике, елки-палки. А термальные источники. Ну да, да. Но она сама по себе такая вот голубого цвета, вот если смотреть там глубоко. Смотри аккуратней. А вот эта девочка вот вообще, смотри, не боится ничего. Упадет, не упадет. Я попробую хоть. Как она? О, вода теплая, кстати. Градусов это 20. 20 градусов примерно вода. Ну, как на море, то есть тепло. Опасно. Эта штука скользкая, здесь надо быть аккуратней. О-о-о! О, пошла волна. Одни рыбаки только там сидят и балдеют, наблюдая за тем, как люди разбегаются от волн.
мальков вылавливает. Все, японцы отдыхают вот так вот, в принципе, тоже. Ну, а я с вами не прощаюсь. Будет еще что интересное, обязательно включу. Снова всем welcome на корабле. Вот, один ушел, второй пришел. Погнали. Ну вот, здесь вот как раз пристань у них. И мы сейчас плывем обратно на вход в Иношиму. С этой стороны у нас океан. Сейчас залив здесь, ну и туда вот влево это океан. Ветер сильный такой дует, сдувает, наверное, там шумно очень, в камере, наверное. Вот там пляж. Там волнорезы, да это волнорезы там идут. А вот маяк, эти орлы там или кто там, не знаю. Ястребы летают. Ну, достаточно красиво. Можно даже сфотографировать. Да. Хорошая поездка на Иношиму, всем рекомендую, но только в хорошую погоду. Когда пасмурно, или ветер сильный, или же дожди, не очень приятно. Вот называется Иношима Ивая Кейв, это пещера Ивая. Мы, кстати, в них так и не пошли, просто времени мало, нам еще надо успеть в другое место, поэтому как бы... Ограничено все со временем. Ну вот волнорез здесь видно. Здесь вот вход, и вот это ансен, вот это крайнее здание. Там очень красивый вид такой на берег, на побережье. Ну, а мы подходим уже к причалу. Скоро причалим. Лебедка. Биг Так 2. Вот рыбацкий стас. Смотри, какие длинные удочки. Это вот океанический тип как раз. Такие вот катеров. Специально для океана. Они широкие очень и высокие, чтобы не переворачивало. И то у них там тоже до определенного волнения только можно плавать, до слабенького такого, скажем так. А если шторм начинается, или слабый шторм, или как-то посильнее волнение, то все, уже нельзя выходить. Опасно. Также в шторм вот эти паромы тоже не работают. Вот там виндсерфинг, это вот школа виндсерфинга там находится. Обучают. 20 тысяч йен, по-моему, стоит вот именно здесь. Там вот мост. А, там эти люди садятся просто. Их 3 всего штуки, эти парома. Сейчас вот в тот садятся люди, а мы пока ждем. Вот, в принципе, и все. Вот такая поездка на Иношиму.
интересное. Я обязательно еще включу. Вот. Ну, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и приглашайте друзей, делитесь этим видео. Всем до связи.